14 лет назад коррекционная школа «Гармония» начала свою работу с 50 человек, а уже сейчас в ней обучается 191 ребенок. Геннадий Васьков работает сурдопедагогом в школе 2 года. Он оказывает квалифицированную помощь глухим и слабослышащим детям. Благодаря неравнодушным жителям района, организациям, которые в день благотворительности труда перечислили средства на нужды коррекционных учреждений района, школа смогла приобрести слуховые принадлежности для работы сурдопедагога, комплекс для детей с кохлеарным имплантом. Эти специальные электроакустические аппараты называются вибратон. Они представляют собой набор колонок и наушников, которые одеваются на ухо, и при помощи вибраций детьми воспринимаются различные звуки. Вот и Маше удалось расслышать задание педагога достаточно быстро. Выставляется уровень громкости на левое и на правое ухо. Все это подсоединяется к микрофону, да, и... Когда учитель говорит, да, ребенок слышит в наушнике. Школа приобрела мультимедийное пособие, называется «Живой звук». Да, это обычный диск, да, который подключается к компьютеру. И также эта программа мультимедийная, также можно прослушивать звуки, тренировать звуковое восприятие. Слух тренировать. Сегодня школа «Гармония» имеет необходимую материально-техническую базу, специально оборудованные классные комнаты для индивидуальных и групповых учебных занятий. За счет спонсорских средств была также приобретена школьная мебель, парты с подъемными столешницами, регулируемые по высоте. Мне хочется поблагодарить сегодня, вот, пользуясь моментом, всех жителей Одинцовского муниципального района, кто так или иначе оказался участником этих добрых дел. И, конечно, главу Одинцовского муниципального района, который на сегодняшний день уделяет огромное внимание нашему учреждению. А еще директор школы выразила особую признательность исполняющей обязанности руководителя районной администрации Татьяне Одинцовой, которая всегда готова прийти на помощь и решить любые вопросы. В начале учебного года школа приобрела портативный видеоувеличитель, который позволяет детям со слабым зрением не только читать, но и писать, а также специализированные кресла для детей с ДЦП. По программе «Доступная среда» школе теперь принадлежит автомобиль с подъемником для инвалидных колясок. Сегодня мы обучаем детей не только очно, но и дистанционно. Мы являемся участниками проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов детства Московской области». И транспорт нам необходим как раз для обслуживания компьютеров, которые установлены у детей дома. Уже в этом месяце в стенах учебного заведения планируется установка стационарных подъемников на 2-й этаж и приобретение 2 мобильных подъемников, что также облегчит жизнь особенных детей, которые так стремятся к знаниям. Хочу поблагодарить прежде всего Гильду Александровну Бот за создание школы, такой школы, которая начинала свою работу с 50 человек. А сегодня в этом нашем таком большом красивом учреждении получают квалифицированную помощь, коррекционную и образование около 200 детей. На сегодняшний день школа имеет все необходимое для того, чтобы помочь ребенку с проблемами стать полноценным членом общества. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».